Понятно, меня по 2 месяца нет. Вот она и нашлась. Знаешь, я когда тебе вот это рассказываю, легче становится. Ну ничего. Я перед отъездом познакомился с такой девчонкой. Ломовая. Тренер по йоге. Гибкая. Прат с головой беда. И ты влюбился? Да нет. Мы же только познакомились. Пару раз только встречались. Дождется? Да как узнаешь? Мне просто нормальную бабу. Я бы завязал. Призрак на подходе. Полная готовность. О, работодатели. Ну я же романтик. Ты наемник. Яша, что у вас? Работайте. Все чисто. Давай со мной на гражданку. Нет, брат. Без меня. Ты бы завел себе колонию. Рыбок там. Заведу. Заведу. Так, что там у нас? Что-то я этих пацанов ни разу на базе не видел. Граники. Обычняк. БЗРК. Не кисло. Опа! Наш новый босс. Так вот ты какой призрак. Слышал я про него. Нетипично. Все время сам приезжает. Говорят, еще с 90-х серьезные процессы мучат. Или волчонка твоего пристрелю. Надо было тебя тогда в расход под гудурмесом пустить. Пожалел молодого. Пацана отпусти. Командир, последний раз предлагаю. Денег хватит на всех. Дело не в деньгах. Короче, я тебе ментам не сдам. Должен с завода всего вывести. Даю сутки.
чего ж ты, Никитка, остановился-то? Попляши еще. Эх, дитё. Открывай, открывай. Живой? Сначала бьешь, потом самочувствием интересуешься. А ты веди себя по-человечески, не маленький уже. Тоже мне воспитатель нашелся. Сидит тут, скрывается. Тоже делов натворил. Вот возьму и стукану на тебя ментам. За йодой присмотришь? Деньги вот возьми. Жене отдашь. А ты что, надолго, что ли? Как пойдет. Прикинь, братва, жил такой Стоц, Байрон звали. Как он там, граф, что ли? Как звали-то? Да лорд он. Лорд. Лорд. Он, короче, считал себя гением и поэтому отменил свою сестру. Прикинь. Че, в натуре? Зачем тебя читать научили? Да. А про Пушкина, прикинь, такое читал. И что надо? Воу, воу, слышь, тебе вопрос задали. Так. Че, потерялся, что ли? Мамку ищешь? Дурачок, походу, какой-то, я не знаю. Ну че? Ух ты! Не бздишь, красавица? Я вижу, вы уже познакомились. Кто это? Это кто? Мы же договаривались, солдат. Пойдем поговорим. Пойдем, пойдем. Пойдем. Это не профессионал, с ними опасно. Дорогой, ну что ты так переживаешь? Что скажешь, что и будут делать? Что тебе еще надо? Нужны солдаты. Если что-нибудь случится, эти мясо. Ты знаешь, почему на заправках кофе говно? Зачем покупать дорогой продукт, на котором ты не заработаешь, когда можно взять мусор и заработать 10 раз больше? Старичок, запомни, качество нерентабельно. Я к тебе с этим планом пришел. Я знаю, кто нужен. Ты что-то себе там напридумывал? Это мой план. Ты только тему подкинул. Это я все организовал. Я людей нашел, я фактуру собрал. Я в пацанов верю. А ты нет. Это же дети. Слушай,
может, ты зассал? Но мы и без тебя справимся. Или пойдешь? Пойду. Класс. Привет. Там сидим, да? Угу. Это кто? Регистратор. Нравится? Привет, мальчики. Здравствуйте. Кто еще? Здрасте. Нотариус. Смотри, злой завелся. Шикарный злой. Давай, давай. Обнимешь, сестра. Парни, все в сборе, я все уладил. Это Яша. Он будет вами командовать. Кто этот? Мои приказы выполняются сразу и без обсуждений. У охраны точно стволов не будет? Нет, я решил. Решил? У них вчера разрешиловка изъяла стволы до устранения выявленных нарушений. Они же наглыми были в 90-е. Времена меняются, у моих старших мотор помощнее будет. Нам нужен хотя бы один ствол. Слушай сюда. Если ты кому-нибудь пробьешь башку, то я тебя отмажу. Опять. А если ты кого-нибудь завалишь, то тебе будет не по карману. Парни, проводим переговоры с позиции силы, но в рамках правового поля. Вас наняли, чтобы обезвредить охрану. Без моего приказа никуда не лезете. Работаем тихо и быстро. Командир здесь я. Чё? Короче, захожу я в этот шалман, а там этот лох сидит. Чешуёй отсвечивает. Лысый, что ли? Да нет, которого с Зареченского пинда. А лысый больше не сплывет. Здравствуйте. Здравствуй, красавица. Чем помочь тебе, родная? Я сегодня вместо Натальи. А что у нас с Наташенькой? У нее давление, заболела. Ну так и хорошо. А то бы мы такую красоту и не увидели бы сегодня. У меня сейчас тоже давление поднимется. Пожалуйста. Что такое-то, а? Ты что, работаешь, что ли, надоело, мышь? Ты знаешь, кто я такой? Я знаю. Гнида ты. Хватит ржать. Ты как гнидой назвал? Верзила. Я тебя сейчас, сука, завалю. И твой батя мне только спасибо скажет. Понял? Ну-ка сел. Да хорош, Петро. Че ты скипидаришь? Я смотрю, собрание в разгаре. Что, Петро, решил стариной тряхнуть? Курим, курим, Василий, курим. Курить вредно. Наливай лучше. У нас Петя опять на тропу войны встает. Василий Михайлович, я как представитель крупнейшего акционера компании требую немедленно уволить вот эту суку. Крупнейший акционер компании твой отец. Серьезный мужчина. Короче, сядь, не позориться. Чего акционеров обижаешь? Акционер не он, а его отец. Ладно, иди. О! Браво, Василий, 5 баллов. Работу в жопу засунь, без тебя как-то полегче жилось. Мадам. Переоденьтесь в форму охраны. А чё, ты придумал в ментовском идти? Зашкварно, вот этот хлам наряжаться. Слышь, да ну её на. Фильтруй базар, братан, здесь дамы.
своем пойдем. Понял. Когда мы здесь закончим, войдете через центральный вход. Нет, я хочу все проконтролировать, поэтому я войду с вами. С таким составом. Опа! Иди сюда! Ага. В 90-х на танк выезжали, правда? Сейчас не 90-е. В том-то и дело. Вот. Случайно нашла, подумала, вдруг вам будет интересно. О, это ж старый выпуск «Холодного оружия». Ты где его нашла? Вот раньше, Ева, битвы были благородные, и все решало мастерство владения клинком. Это мистер Кольт породил подонков. Подержать хочешь? Нет, спасибо. Я буду в архиве, если что. Разбираюсь с документами. Девочка. Какая ирония. Раньше на этом заводе строили ракеты, которые убивали людей. Тихо. А теперь тут льют водку. Тш. Которая тоже убивает людей. Не, ну, пацаны, я вот так вот не могу. Ну, что вот он исполнять, вот это вот. Во-во-во, спокойно, морпех. Парни, ну не давите на пацана. Мне кажется, нужно еще немножко времени, и он обязательно заговорит. Ну, пошли, что ли? Да, ну и помойка. Слышь, ты куда нас привел? Дружочек, это девелки. Кого? Земля под застройку. Че, большой там стадо? Голов 30-40. Че так много, они нас боятся? Работяг они своих боятся. Мадам, не тупим. Пасут мужичков, чтоб не крысили. Тут всегда охраны было много. Раньше от врагов охраняли, а теперь от своих. При Савдепе по этому туннелю ракеты возили, теперь все пустует. Директор тут старый маразматик на контакт не идет. Высирает такие возможности. Техник пойдет со мной, остальным не выходить. Ждать сигнала. Так точно, сэр. Будет сделано. Кого там опять в транспортный цех понесло? Рома! Смотри уже в монитор, а не в свой дебильник. Телефон и интернет есть. А с камерами что? Угу. Башня, прием. Кто в старом транспортном цехе? Выйди на связь. Архивные записи того, что было неделю назад. Глуши эфир. Нет связи. Не могу дозвониться до него. Да ладно, хрен с ним. Давай быстрее, пока не спалились. Ну чё, давай, за окончание смены, ну, да? Давай. Ты чё, бизоны? Фалоимитаторы в жопу, рогами в пол. База, база. У нас по-хорошему. Какой-то. А? Тихо. Жор, давай. Хорош, хорош! Успокойся, все! Все как ты любишь. Тихо и быстро. Свяжи.
Вперед. Ты че? Жить надоело? Сюда иди! Давай, навали его! Сменка-то. Что-то жрать хочется. Еще полчаса. Сходи в столовку, намути что-нибудь. О, это, мужики. Ты что здесь делаешь? Тут такое дело, я вас предупредить хочу. Кто такой? Ну, как хочешь. Уэй! Тормози. Он сдается уже. Ты же сдаешься? Ты, походу, сдается. Но тут мы все решили. Так, служивый, где еще охрана? В цеху. Ночью цех работает. Ну чё примёрз-то? Улыбочку? Надо по этажам пройтись. Еще за кожаные затылки. Личка акционеров. Мы таких быков ломать не договаривались. Не волнуйся, за этих будет премия. Я с ними договорюсь. Да и какое нахрен глобальное потепление? Да это развод какой. Подожди. Да вы этой гретой рожи злая. Внимание! Это захват. Чтобы никто из вас не пострадал. Башня. Просьба сдаться. Это в ваших же интересах. Давай. Ребят, ложимся на пол, руки за голову. Пойдем, сейчас все расскажешь. Нет, нет. Ребят, это не шутки. Да какие тут шутки? Спокойно. Подожди, дай посмотреть. Стоп! Мужики, это в ваших же интересах. Стоп! Тише, тише. Давайте договоримся по-мирному. Ты кто такой? Какой захват? Повторяю еще раз. Ложимся на пол, руки за голову. Ха, ладно. Давай по-мирному. Давай по-мирному. Мир? Ребят, по-мирному. Мир. Вы что творите? Я полицию вызову. Мужики, стоп, стоп, все. Стоп, стоп, хватит, хватит. Я обещаю, никто не пострадает, это в ваших же интересах. Ну, давай. Руки за голову. Тут что, телята?
а? Джой, да? Еще попкорн принести? Возбуждает? Ну что, Плюшевый, попал? Дай я, а? Дай я. Тихо, тихо, оставьте его. Давай. Оставьте его. Че, ты чё, понял? Он мой. Ну? Вяжите их. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Опа, 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 оп
Опа! Куда? Куда побежал? Спокойно, спокойно. Сука! Что нравится стариков, блин? Что, падла, с моим корешем сделал, а? Тормози, гладиатор. А ты что? Ты как, братишка? Что у нас тут? Похоже, ребра сломаны. Расслабься, боец. Дыши глубже. Я чу. Сейчас полегчает. Ну ты доктор. Красава. Пора двигаться, время. Без него никуда не пойдем. Положите его в раздевалку. И цех закрой. Я как увидел, я сразу к вам. Через весь завод. Они там всех мордой в пол. Присядь. У нас сегодня там собрание акционеров. Они поэтому пришли, они завод отжать хотят. Мне никто из руководства не звонит. Я же говорю, они там наших бьют. Ну, кто-нибудь ранен? Я имею в виду, серьезно ранен? Убит? Не знаю. Покалечу. Нет, ну они связывают все. Вот и не лезь. Тебе не все равно, на кого работать. Все, иди домой. Завтра с утра на работу выйдешь. Да там людей бьют. Федь, закрой его. В смысле закрой? А что я сделал-то? Давай утро. Да вы что? Пошел, пошел. Отдохнешь. Слышь, дружок, ты давай-ка берега не путай. Здесь я главный. Опа! Что такое? Ну, здрасте. Инженерный отдел. Инженерный отдел. Нужно включить резервный генератор. Представитель, а ты куда просунул? Мы можем включить генераторы? Уже. Сегодня свет вырубился, да? Вчера у охраны оружие опечатали. А вы поддерживаете здесь как образцовый порядок, Василий Михайлович? Я обязательно расскажу об этом отцу. Всегда все нормально было. А вчера словно до столба докопались, Василий Михайлович. То в журнале записи нет, то не тот ствол, не у того сотрудника. Завтра разберемся. Вперед. Погнали. Это что такое? Сбой. Это могло перезапустить систему безопасности. Что, скорее всего, могло? Это значит, что камеры, скорее всего, сейчас работают. Станислав Олегович! Вы только посмотрите. Как это?
Ром, всем постам! На нас напали, они на лестнице. Рома, за мной! Я говорил. Связи нет. Ладно, давайте решать. Решать? Что решать-то? Что? Мы не выберемся отсюда. Мы в полной жопе. Не брызгай слюнями. Да, да. Кто это? Что за шерсть? Спортсмены, похоже. Их человек 20-30. Может, больше. Ну, может, добазаримся? С быками? Да пить. Волына бы сейчас пригодилась. Оружия у них нет. Походу, без бадаловки не разойдемся. Бадаловка, да? Драться собрались? Вы рехнулись. Если мы будем делать то, что они говорят, мы хотя бы целыми Эх, беду бы сейчас. Господа, у меня есть предложение получше. А че? Окропим красненьким, а? Так, дорогие, теперь моя очередь, дайте-ка, я с ними поговорю. Сейчас все решим. Господа акционеры, вы еще не в курсе, но я согласен приобрести ваше предприятие по разумной цене. Придурок, я тебя в унитазе утоплю. Да хоть обосрите, я все равно своего добьюсь. Сдавайтесь. Русские не сдаются. Стоять! Давай! Мы с тебя тащи его! Thank you.
Да ладно. Ну что, добегался, гнида. Укольчики у него ништяк. Ну, давай, давай, давай! Шагей, шагей! Пошел! Че? Это моя шашка. Твоя. Забирай. Че? Кнуть тебе разок, а? Че, Пуф, встрял на? Че, кнуть? Вы еще поплатите за это, капота. Совсем попутали. Понятия забыли. Ты хоть знаешь, на кого своими граблями машешь? Твои понятия. Всю в одну харю жрать. Теперь ты наша еда. Стоп, стоп. Ну что вы делаете? Это же акционер. Проводим переговоры с позиции силы. Павел Андреевич, вы проходите в переговорную. Отлично сработано, парни. У нас все получилось. Все были на высоте. Я впечатлен. Теперь осталась только бумажная работа, а это уже мое. А где директор? Если я не получу подпись директора, сделка будет считаться незаконной. Незаконно. Незаконно. В натуре? В натуре. Достаньте мне его. Две минуты. Привыкнешь. Разрешите? Ну что же, приступим к переоформлению долей. Я еще из твоей жопы лопатник сделаю. Лошара. Лох – это рыба, плывущая на нерест против течения. Вот так же и вы, господа, не замечаете, что течение давно изменилось. 90-е давно закончились. Вот эту замечательную папочку будет очень интересно прочесть областному прокурору. Вымогательство, воровство, хищение в особо крупных. А если учитывать всю вашу ОПГ, то это, братцы мои, лет на 15 выходит. Строгого. Так что сегодня день вашего нереста. Господа акционеры. Гнида мусорская. Походу, здесь засов. У меня ружье! Убью любого, кто войдет в эту дверь! Ложись! Все кровью умойтесь! Злой братишка, как ты? Сильно рехтанул? Ну и откуда у этого козла дробовик? Давайте решайте здесь, и чтобы тихо. Понял? Товарищ полковник, там опять этот дятел звонил из 15-го дома. Сказал срочно. Хочет сообщить о стрельбе. На ликеры водочном. Это все камеры, еще что-нибудь. Сейчас выведу. Что-то никого не видно. А чё он машет-то?
работает. Полковник, выключай цветомузыку. Мы обо всем договорились. Договорились, тихо будет. У нас все тихо. Поступил сигнал на пост. И уж поверьте мне, этот дятел стуканет и вокруг. Сергей Викторович, мне не нужны проблемы из-за вашего. У нас все тихо. Александр Витальевич, не переживай, у меня все под контролем. Саш! У нас все хорошо. А у тебя там все хорошо в рамках правового поля, а? Да пошел ты! И ментов своих подотри! Да выеживался. Раньше думать надо было. Ты скажи Василию Михайловичу, чтобы он нам дверь открыл. А вы там сами разбирайтесь. А я обязан проверить поступивший сигнал. Я все понимаю, работы прибавилось. Пришлось поездить, попереживать. Но и гонорар тоже вырастет, окей? В округ звони сам. Позвоню, позвоню, не выслуживайся. Сопляк. Сука. Так, прекрати детский сад. Что? Дверь должна быть открыта. 5 минут. Солдатик, там ружье. Делайте то, что вам говорят. Да иди ты, солдат, и сам открывай. Запарил. Я не хочу неприятностей. Они уже здесь. Отставить, боец. Ага. Это же наш командир пришел. Чё, от армейки гасишься? Мутный. Сам от командиров соскочил. А теперь решил на улице заработать. У нас здесь свои законы. Yeah.
Какой сюрприз. Василий Михайлович! Василий Михайлович! Сильнее, сильнее. Но ты же не думал, что все так быстро закончится. Мы таких, как ты, в упор стреляем. О, битва за самку. Ну все, сука, танцуй. Давайте заканчивать с этим. Василий Михайлович, а у вас же тоже строгача наберется лет на 15. А это в вашем возрасте смертельный приговор? Ну неужели вам завод дороже? Тогда так. Эта красота останется нетронутой, если вы сейчас выйдете и подпишете мои документы. Бессердечный человек, Василий Михайлович. Раздевайся. Отпусти ее. Ружье опустите. Василий Михайлович, ну зачем кому-то пулю получать, если и так ясно, чем все это закончится? Дед, дед, ты осторожней с ружьем-то. Осторожней. Отойди. Стоять! Стой, сука! Тебе чего здесь надо? Опусти. Ты кто такой? Никита. А это не твое. Это батя моего. Не может быть. Никита, это ты. Слушай, мы тогда считали, что ты... Вы тогда с дедом-то исчезли, а мы думали... Понимаешь, что я ни в чем не виноват? Я знаю, где склад. Какой склад? Никита, зачем? Склад с оружием. Ты прекрасно знаешь, что это за люди. Нет, ты сошел с ума. Ты вспомни, что они сделали с твоим отцом. Говори. Я тебе ничего не скажу. Скажешь. Нас всех тут уроют. И бандитов, и ментов. Всех. Туда всем и дорога. Я знаю, где оружие. Я работала в полиции. Была помощником следователя. И мы случайно задержали грузовик с оружием. Мы с ним расследовали это дело, у нас были улики. А спустя месяц он исчез. И дело тут же прикрыли, а меня уволили. Дура фанатичная. Вот так вы относитесь к людям? Следить ко мне устроилась. Я вас...
уничтожу. Это что, месть? Правосудие. Куда вы лезете? Вы не понимаете, что это за люди. Если бы я только дернулся, моей семье сразу пришел бы конец. Они ни перед чем не становятся. Вон у него спроси. Стыканул таки дядя. Это ты их вызвал? Вызвал? Это невозможно. Они всегда сами приезжают. Кто это? Те, кого ты ищешь. А это еще кто? Полковник Рябушев, у нас тут мероприятие. Вы откуда? Из главка. Вам тоже сигнал поступил. Не лезь ты в это дело, Никита. Это плохо закончилось для твоего отца. Связь глушит. Вызывай конвой. Мой отец был солдат. А ты кто? Дядь Вась. Не тут бар топить? Не пускают никого. Еще в 90-х засиливают. Саня. У них стволы. Не переживайте, я все решу. Че ты решишь? Че ты раньше не решил? Ты поди и старшим своим ничего не сказал. А ну звони, решай, решала. Александр. А хотите долю в заводе? Добрый вечер труженикам завода. И что у нас здесь происходит? Кто нам объяснит? Добрый вечер. Мы празднуем удачное завершение сделки. А вы, собственно говоря, кто такие будете? А вы кто такие будете? Представитель владельца завода. Нового владельца. А кто эти окровавленные друзья? Акционеры? Это артисты. Рэперы. Мы хотим видеть директора. Слушайте, я смотрю, у вас вопросы-то не заканчиваются. Предъявите, пожалуйста, свое удостоверение. Может быть, у вас и ордер есть? Или договор охраны завода, или еще что-нибудь? Александр Витальевич! Может быть, мне объяснит кто-нибудь, что здесь происходит? И что, господа артисты, документы есть? Товарищ начальник, мы простые честные артисты. За пиццу и класс читаем рэп-класс. Сядь на место! Я не имею нормальных песен, эта ерунда меня ужасно бесит. Бура лезет, интересен, был бы на обложках в желтой прессе. Только сидеть! Слышь, ствол убери. Шмальнешь, сядешь. Ребят своих забирай и валите отсюда.
Твою мать. Куда вы полезли? Просто надо было делать то, что вам говорят. Быстро уходите отсюда. Времени нет. Приедут еще. Ворота перекрыты. Пройдете через туннель. Мы еще не закончили. Хватай директора, пусть подпишет. И найдите мне техника. Тварь. Стволов не будет, значит. Так ты все решил? Парни, спокойно. Это форс-мажор, такое бывает. Давайте дело закончим. Ну, сука. Стоять! Стоять! Назад, я сказал! Это мой завод! И никто отсюда не выйдет без подписи директора! Ополнять! Ты нас подставил. Брось оружие! Брось оружие! Ты сейчас ответишь за это. Бросайте оружие! Гнилой базар, валить надо отсюда. Вот. Бросайте оружие. Лейтенант. Выдохни. Расслабься и убери оружие. Сейчас самое главное – это вывести людей. Согласен? Да. Да, давайте выводить людей. Развяжите всех, кого связали. У второго цеха стоят автобусы. Будем уезжать по тоннелю. Уходи вместе с ними. Что это за люди? Ты с кем за нашей спиной мутишь, крыса? А? Это настоящие владельцы завода. Вы догоняете остальных и садитесь в автобусы. Там не указ. Без себя разберемся. Думаешь, что он приедет? Приедет. Иди. Сорян, мужики, концепция поменялась. Валим отсюда. Давай, давай. Василий Михайлович! Быстрее! Быстрее! Хочет пострелять? Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
выбрасываем оружие, руки за голову и выходим из автобуса. Здорово, Вась. Иди-ка сюда. Руки-то опусти. Что ж ты партнеру-то врешь? Говорил, туннель завален. Это разве партнерство? Для меня было вполне эффективное. Кто был на моем складе? Всех на склад и зачисти территорию. Выполняй. Что ж ты молчишь, ты, Вась? Я жду. Знаю, какая у тебя работа. Хорошо, что отец этого не видит. Дед, ну зачем ты так? Ведь я же солдат. Солдат тот, кто свой дом защищает. А кому защищать нечего, тот бандит. Подумай об этом, Никита. Бывай. Сел сюда. Сколько времени еще? 15 минут. Господа, спрашиваю один раз, кто организовал нападение. Даю 10 секунд. Кто скажет, останется жив. Время пошло. Раз. Два. Я вижу, вы тут главный. Ребят, дай свой. Господа рейдеры, кто-то из вас очень хотел подраться. Ты ранен. Ну, удивите меня. Сел один, сел! Сел! Руки ему освободи. Ты как шлюха. Че у вас там в казармах? Только в туза долбиться учат. Сидеть!
вторая группа. Задача понятна? Так точно. Тогда работаем, парни. Командир, а тебя совесть не мучает? Добро пожаловать на войну. У кого уже свободные руки, освобождайте остальных. А что нам дальше делать? Ты в порядке? Все быстро во двор, к автобусам. Береги себя. Давайте, быстрее, быстрее, быстрее! Не толкайтесь! Thank you.
Ты чё стоишь? Уезжать надо. Нет времени. Я остаюсь. А ты? Еще один. Зачем? Пацанов убили. Ту! Но пацанов! Да ты... Ладно, я с тобой. Тоже есть за что. Да и этих прикрыть надо. Давай, поехал! Ты что творишь? Я не могу по-другому! Thank you.
Победа! Держи рабочие! Он внутри! Держи! Стволы на землю. Ты что за хрен с горы? Позывной Яша. Твоя работа. Недоделан. Что ж ты, боец, здесь Третью мировую устроил? А как тебя еще достать? Ты же у нас призрак, типа, неуловимый. Так ты по поводу денег? Так никаких проблем, я поделюсь. Мне такие люди нужны. Не в деньгах дело. Так чего ж ты хочешь-то? Правосудие. Правосудие? А кто судить-то будет? Ты? Судить не буду. Буду убивать. А ты мне нравишься, позывной Яша. Come on.
Никита, ты как? Пойдем, пойдем, надо уходить. Я не пойду. Помоги, я не могу поднять его один. Я должен вас задержать. Как? Неправильно сделаете. Неправильно. Он нас всех спас. Он не преступник. Вставай. Нет. Никита, ну как же? Ну ты не понимаешь? Ну вставай, времени мало. Нам надо уходить. Ты не можешь остаться. Если ты останешься, тебя убьют. Я за этим сюда и пришел. Надоело бегать. Я солдат. Я накормленный кровью, наломал дров, дом кровный, не помню. Ведь у меня приказ стоять ровно, так чтоб ни один мой мускул не дрогнул. Жизнь, как подстреленные штаны, подстреленные товарищи, разговоры, что мы не доживем и до завтра. Смерть придет к нам внезапно, и меня зря ждет дома семья. Я солдат, если мог бы, то выбросил я свой автомат. Я закрыл бы от страха глаза. Я бежал бы назад, но нельзя. Я ползу по земле, как юрса, без надежды на завтра. Смерть над тысом, но я с ней на вы. Близни ко мне в стакан сон фронтовых. Давай поднимем за мир, брат. Уж если жить не самим так, хотя бы нашим детям пусть не придется стрелять. Пусть наконец-то остынет земля. Давай поднимем за то, что скорее осталось все в прошлом. Больше мира нам хочется жить. Хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Мира, но нас с тобой, нас своих и чужих. Своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Больше мира нам хочется жить. Хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Нас с тобой, нас своих и чужих, нас своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Нет вернуться в родные края, нет сказать, где творец порога. Папа, это я, нас отцов осталось немного. Но мне не бросится на шею жена, отчасти не зарыдает мама. С тех пор, как дали оружие нам, вместо сердца холодный камень. Ой, мама, что с нами сделала? Это война. Увидеть луч света белого в этой кромешной тьме бугайна. Убивая таких же, как я, мне герой, мне стать. Мама, где все твои сыновья? Мама, нам здесь не место. Мы забыли про честь. Эти книги про честь. Мы забыли поспать и поесть, зато помним про месть. И нами мертвыми гордится страна, и подвиг наш воспевают в песнях. Да только мы не перестанем страдать, пока не оставим на земле живого места. Больше мира нам хочется жить. Хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Но нас с тобой, нас своих и чужих, своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Больше мира нам хочется жить. Хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Мира. Но нас с тобой, нас своих и чужих, своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила.